наставления. Если я хочу научиться быть хорошим мужем, мне нужно наставление. Теперь, это важная вещь. Из-за того, что какое-то время назад слово «наставление» могло ассоциироваться для нас со словом «наказание». И чувство такое, что если мне нужно наставление, значит, я плохой. Нет. Вопрос не в том, что ты плохой. Вопрос в том, что если я хочу в чем-то вырасти, мне нужен тренер, мне нужен человек, который поможет мне. Нужен человек, который посмотрит на меня со стороны, который подскажет какие-то вещи. Назови его как хочешь, наставник, консультант, душепопечитель, служитель малой группы. Но нужен кто-то, который бы это сказал. Это миф, что я сам разберусь со своим браком, я сам понимаю, что мне нужно делать.